Добрый вечер, дорогие друзья. Это большая радость для нас сегодня быть сегодня здесь, выступать для вас в этом замечательном клубе, который уже давно приобрел известность не только среди музыкантов, но и публики. А мне бы хотелось представить вам этих замечательных музыкантов. Я считаю, что это лучшие люди, цвет российской джазовой сцены. Итак, поприветствуйте. На барабанах для вас сегодня играет Артём Теклюк. На гитаре Николай Куликов. За хамом Тарганом Владимир Нестеренко. Меня зовут Виталий Головнев, я буду играть на трубе. И спасибо. Мне бы отдельно хотелось представить вам нашего гостя из Нью-Йорка, исполнителя на тромбоне, одного из моих любимых музыкантов и определенно одного из самых ярких исполнителей современной нью-йоркской джазовой сцены. Поприветствуйте, пожалуйста, мистер Дэвид Гибсон. В нашем концерте мы представим музыку Дэвида, а также интерпретации на известные стандарты. Искренне надеюсь, вам понравится. Итак, мы начинаем с композиции выдающегося пианиста Сэндера Уолта, которая называется «I am not so sure». Oh!
Thank you.
Гибсон называется «До воскресенья утро». Утро воскресенья, Sunday morning. Oh,
который написал Дэвид Гибсон «Утро воскресенья». Мы сейчас продолжим с еще одной его пьесы, которая называется «The End of the Tunnel». Это что-то связано с взаимоотношениями между мужчиной и женщиной. Конец туннеля.
Сейчас мы исполним мою интерпретацию на тему известного американского композитора Берта Бакари, которая называется «The house is not a home».
Это популярная песня, возможно, кто-то из вас ее даже знает. Thank you.
Спасибо. Дольф Бакалар. The house is not a home. Мне бы хотелось еще раз представить этих замечательных музыкантов. На барабанах для вас играет Артем Теклюк. На гитаре Николай Куликов. На хаммонд-органе Владимир Мастеренко. Мы наблюдали Головнев, и в заключении этого нашего первого сета мы исполним авторскую композицию, написанную нашим гостем, тромбонистом Дэвидом Гибсоном, которая называется Wasabi. Thank you.
Я думаю, не стоит. Я уже не Головнев. Мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами. А сейчас не забудьте попробовать вкусные вещи в баре.